смачний. Щирі вітання усім, хто приєднався до зіркового кулінарного шоу «Смачного». Сьогодні наша програма буде не тільки традиційно вже дуже смачною, а ще й танцювальною, адже до нас завітав чемпіон Америки по американському смузу, а також тренер та хореограф чемпіонів Америки з 9 танців Сергій Шаповал. Сергію, привіт тобі у нашій студії. Здравствуйте. Давай будемо розпочинати нашу програму і традиційно з того, що представимо страви. Що сьогодні готуємо? Сьогодні будемо готувати рибу, ми будемо запікати в духовці на солі. Угу. Також ми будемо сьогодні готувати гуакамоле, що, в принципі, це мексиканське блюдо. Воно таке зроблене з авокадо, з лайма, з помідор, з кінзи і острий перець. Також трохи солі і перця. Також ми будемо робити гарнір. Так, будемо робити гарнір, і з вашого дозволу це буде моя сьогодні страва, надзвичайно модна, надзвичайно популярна і абсолютно веганська. Тому, якщо вам цікава ця тема, то записуйте рецепт. Нам знадобиться цукіні, томати, солодкий перець, базилік. А для заправки будуть добрими волоські горіхи, а також чесничок. Нам знадобиться сік половинки лимона та оливкова олія. Тож, Сергію, готуємо? Поїхали. Значит, самое главное в гуакамоле – это найти очень хороший авокадо. И когда вы будете выбирать в магазинах, постарайтесь, чтобы он был немножко твердый, может быть, даже был немножко зеленый, но не такой, чтобы он очень был мягкий, потому что ему может день-два, тогда он сам дозреет, и потом будет его отличный вкус. Но сейчас... у нас крутые авокадо зараз на столе. Ну, должно быть хорошее. Так, Маргош, я хочу тебя попросить мне помочь. Возьми помидор и просто его очень мелко порежь, буквально на кубики. Сейчас вскроем авокадо, посмотрим, как он на самом деле есть. По идее, по ощущениям он нормальный, но ну, вроде хороший. Поэтому, в принципе, главное, чтобы он такой зеленый, чтобы не было у него никаких коричневых никаких мест. Угу. Самое просто убирать косточку, просто ножом ее поворачивается. О, круто! Очень просто. Зараз ты покажешь нам, как потрібно его подрібнити. Да, а поки розкажи, будь ласка, про те, як власне ти вирішив займатися танцями, з чого все почалося. Все началось с города Запорожья. Мне было, по-моему, 7 лет. И у нас в нашей школе был танцевальный кружок. Mm-hmm. Вот, по-моему, назывался еще в то время «Ритмика». То есть мы учили разные ритмы разных танцев. А потом наш тренер сделал кружок после школы. Вот, и как-то пригласил меня туда пойти. И я пошел, буквально через месяц. Я уже буквально был полностью влюблен в танцы. Вот, родители меня полностью поддерживали в этом. И так постепенно-постепенно стал двигаться. Пробыл долгое время в Запорожье, потом переехал в Киев и потом со временем переехал в Штаты. Ну, чому в Штаты? Там классная школа танцевальная, чи якісь пропозиції були? Я приехал по работе там преподавать танцы и учиться дальше танцевать. И мне, в принципе, хотелось как бы попробовать себя немножко в другой стране, в другом направлении, в другом стиле танцевания. Mm-hmm. И так постепенно, ну... переезд, вышло, потом да? Школа была своя, да, потом стал обратно танцевать профессионально, начал больше судить, учить, поэтому так. Вот, и в общем, сейчас я немножко вернусь к нашему блюду. Просто порезать его на мелкие кусочки сначала. Вот, потому что нужно его потом будет слегка перемолоть. И можно, в принципе, это все тоже потом мешать блендером, но честно, я рекомендую, как делают в Штатах, просто берется обычно ложкой или вилкой, все очень медленно перемалывается вручную. Тогда вкус у нього буде немножко другой. От дуже багато, в принципі, і в Україні, я думаю, за кордоном дітей займаються танцями, так? Куди потім вони всі діваються, зникають? Ну, тобто танець – це не для всіх виходить? Не для всіх, ну, чесно так, тільки сильно не смійся, але більшість цих танцорів, вони оказуються, в кінці кінців, либо в Штатах, либо в Канаді, тому що там дуже багато танцорів, вони переїжджають со временем, коли, допустим, достигають якогось возрасту. Обычно там 20-25 не постараются как-то переезжать в Штаты или в Канаду. Там просто намного больше всяких и рабочих возможностей, и можно танцевать, можно себя же обеспечивать деньгами для тех же уроков, для проживания, поэтому, в принципе, там намного больше возможностей. И танцы больше реально, чем в Украине, так? В Украине можно заработать танцами? Можно, но это очень сложно. Только единицы, скажем так, этого добиваются. В основном там просто немножко другой маркет. В Америке там очень популярно
так называемое ПРОЭМ, то есть это один студент и учитель. То есть многие танцоры, которые здесь учат детей, там тоже есть детское танцевание, но больше развито именно больше как бы танцевание со студентами, любителями. И они, возраст идет от 7 лет до 90-95. Mm-hmm. То есть там, в принципе, люди танцуют всю свою жизнь, и там очень много, поэтому есть работа для танцоров, которые как бы mm-hmm. хотят дальше преподавать. Займатися танцями – це дорого. Ну, це абсолютний факт. Це да, і тренування, це і костюми, да. Це і всі ці прикраси. І що ще? Розкажи про цей аспект. Ну, на самом деле, да, танцювання – це дуже дорого. Но вот тем, как бы позволяет Америка, что как бы там можно зарабатывать преподаванием и потом себе позволять все эти и уроки, и костюмы. Плюс, что еще, если, скажем, ты танцуешь довольно-таки неплохо, то там очень много помогают спонсоры. Mm-hmm. Там очень много разных компаний, которые занимаются платьями, шьют или костюмы. Mm-hmm. И, в принципе, они как бы начинают спонсировать, потому что там огромное количество разных турниров, которые происходят. И как бы хочется всегда были какие-то новые платья, новые костюмы на каждые основные турниры. Mm-hmm. Поэтому без спонсора, конечно, очень-очень трудно все это сделать, но... В Украине можно знать спонсора? Я даже, честно, не знаю. Mm-hmm. Я не буду говорить да или нет. Ну, то не будем обихать, да, будем да. продолжать вот. И готовать. Да. Теперь мы сейчас будем вот так немножко подаем это авокадо. И, Марго, я тебя попрошу порезать кинзу для меня, хорошо? Mm-hmm. Точнее, такое же дребненько, так? Да. Тоже mm-hmm. очень мелко. И сейчас просто его так мельче немножко помять, потому что потом будем все, когда добавляем, его еще можно зажимать. Uh-huh, вот. Uh-huh. И если можно мне немножко соли сюда, и перец, то есть буквально. Дивись, дівчатка, я думаю, люблять дуже не тільки танцювати, а ще і вбиратися, так? Слідкувати за своєю зовнішністю, за своїми сукнями, за своїми нарядами. Як із цим у чоловіків? Стаєш рненько і так любовно починаєш просувати там свої. Ні, на самом деле, обычно, если мы говорим о соревнованиях, mm-hmm. да, то для женщин, для девушек обычно нужно больше времени, чтобы сделать себя и mm-hmm. макияж, и прическу. Для парней обычно немножко меньше времени, поэтому многие парни, включая себя, мы помогали, скажем, нашим партнершам гладить их платье. Mm-hmm. Вот, поэтому как mm-hmm. бы это была бы наша обязанность с какой-то стороны. Вот. А так, в принципе, все равно, как бы ложится все равно и макияж, и делается прическа. Я знаю, некоторые ребята занимаются этим очень долго. Угу. Должно быть все идеально, потому что когда выходишь на паркет, то должно выглядеть все... Ты сам это умеешь? Чи у тебя есть парикмахер? У меня есть парикмахер, который меня стрижет. Угу. Как бы пытается, когда танцуешь сам, держишь какую-то специальную прическу, как mm-hmm. бы длина, чтобы была правильна. А потом, когда делаешь прическу, то, в принципе, делаешь все сам. Mm-hmm. А правильная довжина це яка, я перепрошу? Ну, кому как. Кому нравится, mm-hmm. чтобы было больше все идеально. Кому... Может и такая быть длина. Uh-huh. То есть нужно потом убирать. Чтобы там такие волосики. Нет, на самом деле все заливается очень сильно лаком, поэтому там, скажем, свободного движения волос там нет. Нема. Mm-hmm. Вот так, я это закончил. Как тебе? О, отлично получается. Добре, да, ну я так еще стараюсь. Осталось совсем. Нет, все очень хорошо. Помидорки туда уже можно отправлять? Нет, давай, наверное, сейчас все дорежем. Сейчас возьму лучок, сразу будем его резать, да? Угу. И потом лимон добавим, еще нужно добавить острый перец, и все будет очень быстро готовиться. Угу. Вот, поэтому как бы там спрашиваю партнерша помочь, особенно сзади наглядь, чтобы все было хорошо. В принципе, все равно тоже ложится и макияж, ложится и базовая макияж. Некоторые люди там любят добавлять еще и даже ресницы накрашивать, что, в принципе, ну, когда танцуешь на паркете, это очень далеко получается. Угу. Поэтому нужно, чтобы все были линии очень выражены. Ага, и очень выразнейшие, так? Да. Слухай, а вот чи правда, что профессийные танцюристы, они не дуже чекают оцінки від своєї публіки, а чекают оцінки від саме професійного журі, тому що журі щось тямуть у цій справі, а просто глядач, він просто дивиться. Ну от да, на самом деле, в принципе, всегда очень важна и как бы и приятно, когда тебя очень поддерживают зрители. Mm-hmm. Всегда. Но да, есть люди, которые, скажем, либо твои коучи, которые тебя учат, либо ты знаешь люди, которые разбираются очень хорошо в танцевании, поэтому для нас обычно смотришь на их оценки после uh-huh. турниров. У тебе були якісь провали? У кожного буває. Ну що, вас так от прям дуже сильно фейл якийсь? Ну,
часто были моменты, когда ты, в принципе, думаешь, что ты будешь, скажем, не знаю, первым, вторым, а ты становишься четвертым, пятым. И многие с этим не согласны, но как бы это... Я считаю так, что если, в принципе, ты настолько лучше, чем все остальные, даже люди, которые тебя как бы не будут нормально судить по разным причинам, они все равно в конце концов будут судить тебя на места, которые ты заслуживаешь. Вот. Поэтому просто у каждого танцора бывает это как бы нормальная, как бы, нормальная дорога. То есть, как бы ты можешь быть первым, ты можешь быть последним. Просто нужно стараться улучшаться, чтобы, в принципе, ти всім нравився. Ти тренер. І як ти, які слова підтримки, чи навпаки, ти там дуже свариш своїх підопічних, якщо у них не все добре виходить, якщо вони не допрацьовують, якщо вони показують не все, що можуть вже на самому батлі, на самому конкурсі? На самом деле, нужно просто немножко знати тих людей, понимати їх психологію. Іноді кому-то нужно просто сказати, що все одно как бы неплохо не танцювали, все одно не танцюють хорошо. Для них це важливо. Для них просто нужно найти правильні слова, щоб їх підтримати, щоб вони танцювали краще в наступному турі. Кричать, я этого не очень, скажем, поддерживаю. Чи є якісь прикмети у танцюристів, ну, от, наприклад, як у музикантів там сісти на ноти, якщо вони впали? Я думаю, у кожного є свої причуди небольшие. Я знаю, що у мене була коли така дуже смішна річ, но в Америці обычно, коли проходять турніри, вони проходять в больших гостиницах. То есть там как бы у тебя все свои комнаты есть. Я обычно, когда приезжал, я обычно смотрел в меню, в ресторане сегодня есть чизкейк. И я старался для его как бы заказывать перед турниром. А тогда все будет добро, так? Ну, как бы все равно тебя очень хорошо, ты чувствуешь себя после него, поэтому так, для меня это было важно. Все остальное, у каждого есть разное, кто-то одевает. Це круто вигадувати собі якусь таку маленьку приємну річ, аби потім мати класний настрій. Да, очень помогает. Ну що ж, тоді рухаємось далі. And we had magic, and this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. Почти закончили звук гуакамоле. Что я хочу здесь сделать, просто все это добавь сюда. Добавь всего лишь ложку кинзы, 3 ложки, чайные ложки помидора, чайную ложку лука и порежь вот трешечки, да? Да, острый перец. Острый перец, если хотим сделать более острый, больше, менее острый, меньше. Ну, за смаком можно, да, так? Да, да, да. И добавь соль, перец, а я начну заниматься рыбкой нашей. О, хорошо? Давай, так, давай сюда, чтобы тебе было зручнее. Так, что мы будем делать? Мы возьмем противень. Мы сюда уже добавили просто подушку соли крупной, просто чтобы все было закрыто. Вот, я немножко еще добавлю, чтобы не было никаких пустых мест здесь. Тут скільки має бути приблизно, чи просто неважливо, як на, деко? Я думаю, на глаз. Тому просто, якби, коли риба кладеться в противень, то не було прямого, якби, прикосновения с ним, поэтому сам все проще. И как бы, что соль как бы делать, она просто, получается, закрывает рыбу, и рыба как бы сама в себе начинает готовиться, что она остается и сочной. От, тепер, значить, нам беремо просто... Слухай, давай зараз поговоримо про складнощі. Окрім того, що ви постійно, танцюристи, тренуєтесь, постійно слідкуєте за собою, постійно тримаєте себе у формі. Які ще у вас є перепони? Що складного у цій професії? Ну, на самом деле, это, как бы, в принципе, ты все своє время, скажем, тратиш на танцювання, щоб чого-то достичь. То есть, как бы, в принципе... занимаешься тренировками, мотаешься по стране, занимаешься своими педагогами. А некоторые люди любят ходить в джим, чтобы это помогало им как бы еще добавлять больше сил, гибкости. Джим, то есть зал. Да, 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 да.
Американский манер. Да, если что-то, помогай мне. Вот. И... Сейчас еще добавлю сюда. Вот. И, в принципе, как бы заканчиваешь турнир, приезжаешь домой, идешь в зал, и, к сожалению, как бы у тебя много времени, которое обычно люди тратят на семью, у тебя его, пока ты танцуешь профессионально, нет. Фактично немає, так? Нет, нет. Ну, поэтому, ну, в принципе, потому что ты как бы так себя как бы полностью посвящаешь танцам, то это тебе помогает достичь чего-то. Вот. И, в принципе, там массажи, все эти восстанавливающие процедуры, они тоже очень нужны. Це ж шкода здоров'ю, так? Не тільки... Ну, как бы танцы, в принципе, они довольно-таки... довольно-таки, если правильно скажем, танцуешь, то они особо тебя не будут как-то ущемлять или там тебя калечить, в принципе. Угу. Танцы довольно-таки легкий вид спорта. Я возьму стороны. Трешки у тебя. Да, конечно, здесь... только чуть-чуть. Вот. И, ну, правда же, просто главное там себя не убивать, главное давать себе возможность отдохнуть, принимать какие-то витамины, которые тебе помогут восстановиться. Вот, так, рыбка мы уже, я все положил ее. Закончил, чтобы все эти уберем, чтобы не было камней. Как угу. получается с гуакамоле? Ну, ну, отлично. Начебто. Отлично, отлично. Начебто что-то выходит. Да-да-да. Все. Так, и зараз. Доливай сок. Я выдавлю. Угу. Слухай, він такий... Он довольно крепкий, да. Крепкий. Ну, не даремно я займаюсь спортом. Привіт моєму тренеру. Чим ти займаєшся? О, та, ну, я такими дівчачими. Стретчинг та пілатес. От хорошо. Ну, бо має себе. Мізки якось так відпочивати від роботи. Це дуже допомагає, в принципі. І ментально можна, якби, віддихати. І, в принципі, полезно, якби, все одно буде час-два в неділю своєго часу. Да, тепер просто так акуратно все перемішай. Ну що ж, наш гуакамолі вже готовий. Рибка також може відправлятися до духовки. Так, да, можна відправлятися. Скільки там градусів? Це поставлено 180-190 градусів. Угу. Вот, і на 20-30 минут, просто будемо смотрети, як вона буде жаритися, да? Давай. А наразі я пропоную зробити грінки, і для них ми обираємо тільки самий добрий хліб, а саме хліб торгової марки «Хлібодар», а саме батон особливий. Торгова марка «Хлібодар», живіть смачно, спробуйте і ви. Отже, Сергію, поки я нарізаю хліб, ти можеш, будь ласка, розпочати вже підсмажувати його, а я буду тобі потроху додавати роботу. Танцювати можуть всі? Я вважаю, що так. Ну, це ж, не знаю, я з тобою не погоджуюся, тому що, от, наприклад, я не вмію нічого, абсолютно. Я не уявляю, або я прийшла до якогось тренера або хореографа, сказала, навчи мене. Мені здається, що все одно не вийде, скільки навіть я не буду пробувати. Для мене, якби я вірю в те, що якщо якби, ти хочеш навчитися, іменно хочеш, ти навчишся. Ага. Поэтому, якби, є школа, є люди, які якби, учать, якщо у тебе немає бажання навчитися, то тогда ты не научишься. В принципе, танцевать, если есть две ноги, две руки, в принципе, танцевать можно всем. В Америке даже сейчас очень сильно развито, как бы люди танцуют и на инвалидских колясках танцуют. Ага, ага. То есть, в принципе, люди танцуют в любом возрасте, в любом, скажем так, положении. Поэтому, в принципе, я считаю, что они все могут танцевать. Поэтому то, что ты считаешь, что ты не можешь танцевать, скажу, что ты не права, поэтому нужно, может, просто проверить некоторые школы в Запорожье и хотя бы попробовать. А потом скажешь, можешь ты, либо не можешь. Вышло бы не так. Да, 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 да. Вот так уже хорошо. А якщо ти, наприклад, бачиш, що у людини ну, не виходить. От не виходить один раз, не виходить другий, не виходить третій раз, чи якийсь рух, чи ну просто там взагалі емоцію не вдається передати. Які слова ти знаходиш, аби надихнути? Ну, саме головне для тренера, в принципі, знайти різні способи навчити. Тобто, ну, які вони можуть бути, наприклад? Начально нужно просто знать, для чего человек хочет научиться, почему вообще пришел в студию. Либо это просто хорошо провести время, можно начать танцевать вальс, какой-то фокстрот, какая-то, не знаю, свадьба, какое-то событие.
Вот. Если он просто приходит из-за этого, то, в принципе, это на самом деле не так-то и сложно это сделать. Если танцевать больше конкурсы, то это как бы немножко нужно больше времени. Вот. Если просто нужно пытаться как бы объяснять очень простыми методами, не очень большими там словами, что вот нужно там идти какие-то именно ставить термины танцевальные, просто обычными, пытаться находить параллели с тем, что мы делаем в нашей жизни обычно. И то есть как бы не нужно заучить именно как вот правильно говорить по-научному, скажем так, а просто очень легко, просто, что, в принципе, они... Я думаю, что у всех получится танцювати. Тим більше, якби українська нація, ми дуже танцюючі. А ти знаєш рухи не тільки чоловічі, а ще й жіночі, правильно? Так. Да. О, круто. Ну, так просто нужно, якби і то, і то. Поэтому, особенно, коли ставиш дуже багато різних варіацій, нужно уметь думати і за жінку, і за мужчину, і в одну ж. Поэтому, в принципі, дуже цікаво. На самом деле, це якби діло привички. Вже постепенно нагрівається. Вот, поэтому, в принципі, це... Все это можно сделать. При желании, при правильных педагогах это все можно делать. Все переворачиваем. Переворачиваем быстро гренки. И отлично, они готовы. Так что можно... Отлично. Подрумянились. Ну, якщо гренки готові, тоді будемо розпочинати готувати мою вже страву, гарнір, а саме зудлс. Отлично. А тепер готуємо надзвичайно модну страву – зудлс. Сергію, я тебе попрошу нарізати помідори, дрібнесенько, приблизно як я на гуакамолі. І хочу у тебе запитати, чи мають бути якісь добрі дружні стосунки обов'язково у партнера та партнерки, аби класно танцювати? Чи вистачає тільки техніки, от крутої, класної техніки? Ну, я думаю, що, в принципі, головне – друг другу как-то нравится и уметь находить общий язык в том, что ты делаешь. Поэтому я считаю, что отношения должны быть нормальные. Вот. Часто, не часто бывают варианты, когда, скажем, пара танцует довольно-таки долго времени вместе, и потом как-то они, не знаю, начинают немножко ругаться или что происходит, и у них-то отношения меняются, ухудшаются, допустим, и если, скажем, люди просто дальше не могут вместе сотрудничать, то они, как правило, расстаются. Иногда просто они как бы дорабатывают какие-то контракты или какие-то шоу, которые у них уже есть записаны. Вот. Но, в принципе, по-моему, главное, чтобы люди... Но это играет роль, так? Очень большую, да. Потому что, в принципе, ты проводишь с этим человеком очень много времени. Тренировки, поездки, уроки. То есть нужно быть в хороших отношениях с тем, с кем ты танцуешь. А кохання виникає? Виникає, це факт. Да. Часто, не часто, це, ну, як, це 90% чи... Ні, я б не сказав, що так много. Це часто виходить, тому що, в принципі, люди проводять время, брат, вже дуже багато вместе. Поэтому часто вони виходять вместе, но це не самое главное. Поэтому, в принципі, є много варіантів, коли люди просто даже... партнеры либо замужем, либо женаты за другими людьми и ревнущие. танцуют. Все бывает, конечно, да? Но, в принципе, если люди как бы знают, для чего они это делают, то это все можно, скажем так, сделать. Ну, дивіться, я щойно вже закинула у наш блендер для соусу до цієї страви волоські горіхи, чесничок, а також зараз от обриваю, знаєте, як гадаю, у кохає, не кохає, на не базиліку. Ромашка, да. На зеленому базиліку. Він дуже вкусний, кстати, пахне. Слухай, і ще хочу у тебе запитати ось яку справу. Як ти відносишся до танцювальних ТВ-шоу? Тобі такий формат подобається? Він взагалі щось спільне з життям має чи ні? Ну, на самом деле, танцювальне шоу – це дуже популярна, дуже хороша річ для танцы, потому что большее количество людей знают о том, что есть бальные танцы. Вот. Насколько это близко к реальности, немножко и да, и нет. Это мое мнение. Потому что, в принципе, как бы люди, которые приходят на проект, они учат довольно-таки быстро то, что им нужно выучиться. И это обратно, это шоу, это проект. Поэтому, как бы, на долгое время с ними это как бы не остаются эти знания, которые они получают. Но в плане того, что большинство людей знает о танцах, это факт стопроцентный. И понятно, что все эти шоу, они очень популярны и на Украине, и в Америке. Но сейчас, по-моему, в Америке только начался вот 25-й сезон. Как называется? Расскажи про него. Танцевальные танцы со звездами.
О, «Танці з зірками», так? Да, угу. Да, да. Вот. Це франшиза, напевно, так? У всіх? Да. Угу. Она, по-моему, началась даже еще в Англии, и потом в Америке она стала очень-очень популярной. И вот сейчас буквально уже пошел 25-й сезон этого шоу. А ты брал участь у каких-то ТВ-шоу самых таких? Нет, не брал, не брал, не было возможности. А хотелось бы, чи це не твоє? Мне предлагали быть просто как бы работать в шоу в танцевальном в Лас-Вегасе, но для меня, в принципе, более было интересно это именно профессиональное танцевание, обучение, получать больше знаний, развиваться, чем быть в шоу. Но если бы что-то было какое-то конкретное на телевидении, то я думаю, что да, потому что это очень интересно. Ты робиш якісь такі постанови там на виставах, на якихось, на якихось інших проєктах, не обов'язково телевізійних? Ставиш танці? Я ставлю дуже багато хореографій для, скажімо так, називається як шоу-кейс, тобто якби соло-номера. Тобто є для різних штатів в Америці, тобто якби робляться дуже великі театральні постановки, робляться дуже великі, скажімо, якісь концерти. Вот. І на них, так, да, є такий варіант, що ставимо якби різні, під різну музику, під різні декорації. То есть... А ти інколи думаєш, що ти для людини щось створюєш, вона танцює, і ти думаєш, ну я б краще це зробив. Ну, от у мене було б круто, а у нього не круто. Коли ти хореограф, в принципі, танцор зробить під себе. Поэтому, в принципі, якби робота хореографа просто поставити, воплотити якусь, розказати ідею, донести, а танцор може її виконати по-другому. Звісно. Ну, тобі цього вистачає? З амбіціями. Да. Да? Да. То есть, якби, в принципі, это сам ты можешь танцевать свое, но люди танцуют твою хореографию совершенно по-другому. И, в принципе, если они хорошо выглядят, то это самое главное как бы для хореографа, а не то, что я бы был лучше. Это... Ты уже майже закінчуєш с помидором. Я зараз зіб'ю наш соус и будемо продовжувати. Найцікавіше чекає нас саме з цукіні. Да. Наш соус майже завершений. Я попрошу тебе, дай мені, будь ласка, оливкову олію, а я поки відправлю до наших горіхів зі спеціями помідор. І ще потрібно буде влити оливкову олію, додати сіль і додати, звичайно ж, сік половинки лимона. Тож перемішуємо і рухаємось далі. З твого дозволу тобі я доручу найважливішу справу. У тебе є ота терка і оцей цукіні. І потрібно його давай пропустити через терку, а я
тим часом розправлюсь із нашим перчиком. Тут у чому крутість цієї страви? Тому що це такі собі спагетті, проте абсолютно нічого спільного із хлібом вони не мають. Тільки здорова їжа. Так спагетті виходить? Ну, диво, дійсно. Виходить такими смужками. Слухай, от зараз ми готуємо модну страву. І є абсолютно безліч нових тенденцій у будь-яких областях і в кулінарії, і я впевнена, що і у танцювальній справі. Що модно зараз у танцях? В танцях модно, в принципі, хорошо повторене старе, з однієї сторони, але зараз просто дуже популярно починається внедрення именно різних стилів танцювальних. Тобто часто люди вставляють, скажімо, в латиноамериканські танці більше якогось і модерн, и какой-то современный танец, и какой-то хип-хоп, но буквально очень маленькая как бы, часть этого, оно вставляется. Но как бы все равно очень сильная, очень главная это техника, основа, которая позволяет тебе как бы выразить себя так, как ты хочешь. И всегда было очень важно это именно индивидуальность личная. То есть, как, в принципе, очень главное, как сами танцоры могут это преподнести. Но всегда хорошая техніка, хороша база і якісь нові введення з того, що я сказав. А ти вмієш танцювати все, чи щось тобі серце належить і все, нічого не пробуєш? Ну, скажімо так, коли я ще жив на Україні, танцював і латину, і стандарт, тобто є як би, стилі. Потім, коли я приїхав в Америку, вивчився американському стилю. Він відрізняється від... Некоторі танці відрізняються, некоторі танці, яких, в принципі, здесь нет, либо не є, скажімо так, більше на соціальному рівні, та же салса, та же мамбо. То есть там это как бы идет как бы более часть турниров. Там це програми, так? Да, 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 да. Обязательные. И немножко занимался балетом, немножко занимался современным, что, в принципе, как-то помогает потом танцевать то, что как бы ты стараешься, вот. Ну, все равно мне больше нравится, скажем, вот американский как бы именно смус, то, что я, о чем мы говорили, что, в принципе, он получается это как микс между латино и стандарт. То есть как бы там танцы ча-ча-ча, румба, допустим, самбо вместе соединяются с, в какой-то степени с вальсом, с фокстротом. То есть части из латино добавляются в стандарт, и получается очень интересное как микс. Ну, поєднування чогось такого непоєднуваного, в принципі, так і в моді ми це бачимо зараз, там якісь джинси, якісь такі блузочки, які, можливо, не... Я в танцях був, дуже було велике впливання, якби зробив сам і Голлівуд, той же Фред Астер, він дуже багато ввів іменно в танцюванні, і тому в Америці дуже популярна американська смузь, яка дуже більш показательна, більш... выразительнее, чем то, что люди танцуют, как здесь, допустим, тот же стандарт. А музыка? Ну, важливо ж підсчёт танцювати? Музыка очень важна, да, и она, в принципе, часто бывает, тебя может как бы и подбодрить, и как бы дать какую-то ещё дополнительную энергию. Всегда очень трудно танцевать под, скажем так, немножко скучную музыку, но иногда, скажем, у тебя нет, скажем, такого выбора. То есть танцуешь про то, что тебе ставят. На больших важных турнирах очень часто... В сенсе танцуешь под то, что... Ну, как бы, когда танцуешь основную программу, то ты знаешь, что танцуешь вальс. Какая будет песня, ты этого не знаешь. А, так ты только знаешь ритм? Да, да. Це раз, два, три, раз, два, три, і все? Да, все? Да, і все. Боже, я не знала, це дивовижно. Тобто ви реально не знаєте, під яку музику ви будете танцювати. І це потрібно... Ну, на самом деле, це не так-то і все да? трудно, да, да. Но... Ну, міг сказати, що це дуже важко, і всі в принципі, молодці. Очень хороші професіонали не можуть, скажем, сделать так свой танец, как будто эта музыка сделана была для них. То есть, когда как бы, ты владеешь очень хорошо телом, когда очень хорошо понимаешь своего партнера, то можно некоторые такты растягивать, замедлять. То есть, в принципе, получается очень... Но это в деякій мере и импровизация також тоді. Да, вот чем ты больше занимаешься своим партнером, ты, в принципе, можешь, партнер может и замедлиться, и ускориться, если нужно. То есть, в принципе, как бы, в этом получается как бы и искусство. Танцевание. Поэтому, да, ты не знаешь, как будет именно песня, ты знаешь, какой будет ритм. Зрозуміла я тебе. Сергію, ти круто впорався зі своєю справою. Зараз попрошу тебе це сюди покласти. Я буду перемішувати, а ти тим часом давай от пару надихаючих слів для хлопців, юнаків та чоловіків, тому що це дефіцит у бальних танцях. Як притягнути їх, щоб вони танцювали і всі партнерки були з парою, і всі були задоволені. Надихни. Я тебе спрошу. Правильный вопрос. Вот ты любишь, когда мужчина любит танцевать?
когда он подходит к тебе и говорит: давай потанцуем, не потанцуем, просто постоим по. Я тебе нагадаю, я не умею танцевать, поэтому ну, для, ну, особенно ну, для ну, меня это абсолютно не имеет. В принципе, когда мужчина умеет танцевать, то это очень-очень большой плюс. И, в принципе, когда мужчина умеет танцевать, то как бы девушки, женщины, они очень любят, когда мужчина танцует. Поэтому... Ну, если он, скажем так, умеет владеть своим телом, да, ну, да, вот, да, вот, да, вот, да. Под таким соусом. Да, то тогда, конечно, в принципе, я думаю, что у него никогда не будет никаких проблем, чтобы найти кого-то, с кем быть, пойти на какую-то на встречу какую-то, провести хорошо время, что, в принципе, это очень такой, как бы, skill, как skill будет, навык, да, mm-hmm. навык, который, в принципе, пригодится всю жизнь, и это занимает время, это, в принципе, очень хороший вид занятий, потому что это, как бы, это и развивает и координацию, и развивает и чувство музыки, и чувство юмора так же самое, в принципе, учит тебя очень много, как стоять красиво, как ухаживать за женщинами, в принципе, огромное количество есть разных плюсов, которые дают тебе танцы, вот, так что я прошел через все это, начиная с 7 лет, с 8 лет, и сделать своей карьерой, и никогда об этом не жалел. И я думаю, что это шикарное занятие, которое нужно, им нужно заниматься. Поэтому, мужчины, парни, юноши, пожалуйста, начинайте делать как раньше, тем лучше. Ти так класно говорив, я навіть заслухалась. Була б чоловіком, обов'язково пішла би танцювати. Ну що ж, наш зудлс вже готовий, всі інші страви також. Мені просто кортить вже вам їх показати у всій красі, тому накриваємо наш стіл. Що ж, все дуже апетитно та різнобарвно виглядає. Да. Дякую тобі за ці рецепти. Сподіваюся, що мій також буде доподобою і тобі, і вам, глядачам. Ну що ж, Сергію, давай від тебе будуть якісь побажання для запоріжців, для нашої аудиторії. Я хочу пожелати, щоб то, чим ви займаєтесь в житті, воно вам доставляло удовольствие. Якщо це поки не доставляє, то намагайтесь шукати то, чим ви хочете займатися, щоб вас воно вдохновляло. Тому що, коли робиш речі, які тобі іменно подобаються, то їх намного більш цікаво робити, і у вас не буде дуже здорово виходити. Ось такий рецепт якісного життя від Сергія Шаповала. Ну що ж, і традиційно ми не прощаємося у нашій програмі, ми бажаємо. Бажати завжди приємно. Смачного! Смачного! Готування гуакамоле, розріжте авокадо, дістаньте кістку та зніміть шкірку. Розімніть авокадо виделкою, додайте дрібно порізаний помідор, цибулю, гострий перець та кінзу. Посоліть та заправте соком лайма. Для приготування риби на солі візьміть патрану рибу з головою, поперчіть її, викладіть на подушку солі та запікайте у духовці 30-35 хвилин. Подавайте зі скибочками лимону. Для приготування цукіні лапши натріть цукіні на терці для моркви по-корейськи. Дрібно наріжте томат та тонкими скибочками солодкий перець. Приготуйте соус. У блендері збийте горіхи, часник, листя базиліку та сіль. Додайте сік половинки лимона та оливкову олію. Перемішайте, заправте горіховим соусом цукіні лапшу з овочами. Смачний хлібодар дорослим малим. Тістечка здоба усім до вподоби. Хліб до сніданку кожного ранку. Згадай про дитинство, це здійснення мрій. Скуштуй задоволенням хліб запашний. І знову ти в захваті будеш від нього. Хлібодар смачно. Ну а наразі я пропоную зробити грінки.
да, я тут начинала. Кто дышит? Вроде бы все дышат. Надеемся, что все пока еще дышат. Хорошо, я понял. Дышал я. Да, я ел, как в том фильме про рыбу. Да? Потом Сергей закончит отвечать, я скажу, что теперь взобьем мы бз-бз-бз. И... Сергей, ты круто про... Спасибо. Я старался, да. Чтобы эффектно получилось. Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй задоволенням хліб запашний.